Сегодня приготовлю борщ из домашнего петуха. Петуха порезала на порционные кусочки, складываю в кастрюлю, добавляю морковку, лук и заливаю холодной водой, ставлю на огонь вариться. Петуха варю 2 часа. Обязательно с бульона убираю всю пенку. Через час солю бульон, добавляю 2 сырые картошки. Сковородку ставлю на средний огонь, наливаю растительное масло, нагреваю, выкладываю лук и обжариваю. К луку добавляю натертую свеклу на крупной терке. Все хорошо перемешиваю и жарю. Теперь добавляю болгарский перец, тоже все хорошо перемешиваю, жарю 3 минуты. Добавляю морковку, перемешиваю. Добавляю 2 щепотки сахара, щепотку соли, 1 столовую ложку уксуса, перемешиваю. Жарю 2 минуты, потом добавляю томатную пасту, все хорошо перемешиваю. Вливаю немного воды, перемешиваю и оставляю тушиться до испарения жидкости. Капусту я нарезаю кубиками, мне так больше нравится, вы можете нарезать соломкой. Вот такие вот кубики капустные у меня получились. Через 2 часа с бульона достаю морковку, лук. Также достаю отварной картофель. Картофель выкладываю в глубокую миску. Высыпаю нарезанную капусту, перемешиваю. В картошку добавляю немного воды. Картофель измельчаю вилочкой в пюре. Картофель выкладываю в бульон с капустой, перемешиваю и варю 7 минут. Картофель я тоже нарезаю кубиками. Вот такие вот кубики картофельные у меня получились. Теперь в бульон добавляю картофель, зажарку, лавровый лист. Все хорошо перемешиваю, добавляю еще перец по вкусу. Варю до готовности картофеля, это примерно 7-10 минут. В конце добавляю измельченный чеснок, перемешиваю, даю вскипеть и выключаю борщ. Вот такой вот вкусный борщ из домашнего петуха у меня получился. Готовьте с любовью, всем приятного аппетита. Полное описание ингредиентов под видео.